Ну что, друзья, мы в Бавлинском Ноябрьском лесу. Тучи висят нахлобучены. Снега мало, довольно тепло. По сравнению с тем и по затем годом. В те годы уже зима бушевала, в этом году тепло. Хорошо, но еще лыжный сезон не открыт. Здесь развилочка дорог, здесь очень красиво летом, а зимой тут так. Тишина, правда, воздух чистый. Немножко прогуляемся по ноябрьскому зимнему лесу. И закончим пока.